Но еще раз, распространение обязано быть только из того, что мы внутри, и в той мере, в которой мы стремимся вместе быть к одной цели. Это на самом деле мы распространяем. В тот момент, когда забываешь о том, что ты распространяешь, что ты распространяешь свое единство, то нечего тебе там делать. Снова вернись сразу же и исправь единство. Это обязано быть понятно нам. Мы распространяем внутреннюю энергию нашей силы единства. Мы не распространяем знания. Люди не впечатляются от знаний, ни от твоих красивых слов, и ни от песен, и ни от клипов, и ни от чего. И ни от статей твоих умных, извини, что я так говорю всем. То, что действует внутри человека, сила света, сила единства. И все. И если нету этого, ничего не поможет. Ты можешь писать романы, никто не будет. Будут читать и скажут, да, нормально, действительно, сказал что-то. Ну да, поедим что-нибудь, сделаем что-нибудь. Так это пройдет у них, как тень. Творец пробуждает внутри мирового сообщество сейчас хиссароны. Ты можешь привести сейчас против этих хиссаронов только силу единства, потому что это то, что не хватает в человеческом обществе. Эти удары раскроют недостаток этого. Весь этот кризис финансовый, романсовый, неважно, какой будет, он раскроет недостаток единства. И ты должен это распространять. И словами тоже, может быть, и клипов, и визуально, и как-то и в песнях, и в музыке. Но главное – это внутреннее наполнение. Вот. Если это будет, это распространение.